Так, вот такой консерву горбуша под маркой Азбука Моря. Натуральная. Мы купили либо в Светофоре, либо в Маяке. Чем она нас привлекла? То, что изготовитель Южморь Рыбфлот России, Приморский край, город Находка. Это натуральные рыбные консервы из тихоокеанских лососевых рыб. Натуральные, стерилизованные, горбуша натуральные куски. Значит, состав горбуша, соль пищевая. Посмотрим, что же внутри. Вот я открыла банку, в ней такой рассольчик. На масло это не совсем похоже, больше какая-то водичка. Но посмотрите, какие хорошие куски. Прям целые, не разваленные, не хвостики, не какие-нибудь отбросы. А вот прям вот видите. Сейчас положу в тарелку и будет наглядно видно. Видите, прям хороший кусок, хорошие цельные куски. Так что можно покупать и использовать ее на пироги, в салаты, либо просто как закуску. Можно. Цена такой горбуши 89 рублей.